Всем привет, добро пожаловать на канал. У нас очередное воскресенье, и мы снова на озере ловим рыбу. Погода замечательная, сейчас где-то минус 6. И вперед! Начну, как обычно, с джиголовки, с рыбкой. Насаживаем через глаз. Так же, как и в те разы. Кто-то убегает. Я не видел, что мы здесь снимаем. Дальше. И сейчас посмотрим, что получится. Че, Ленка, рыбу ловишь? Ловим рыбу, он там есть. Что, где? Вот этот. Это рыба? Это рыба. Вот, надеемся вытащить. Посмотрим, что будет. Обязательно вытащим. Вытащим. Если рыба есть, мы ее поймаем. Ладно, включимся, когда вытащим. Блин. Че? Не? Дергивает. Но нет. Не насажает. Не насажает. Да. Не зацепляется. Ладно. Тяни. О! Вау! Хороший. Слушай. И небольшой окунёк. Сколько там? Минут 5 он ходил у тебя? Да? Больше? Где-то 5 минут ходил. Да. Красавчик. Ой! Что с таким маленьким? Отпустился. Ну, отпусти. Я не знаю. Не, отпускать не надо. Ну, давай Олежке дадим. Не надо. Дай пока послежит. Он просто умрет. Если его не отпустить, он это... Не, я его заберу. Заберешь? Хорошо. О! С обновкой нас это. Да, первая рыбка за сезон. С почином. С почином тебя. Джиголовку мы поймали окуня. Сейчас поменял джиголовку на такую погремушку. Угу. И посмотрим, что у нас получится с ней. Тяни. Какой маленький? Маленькая. Маленькая? Маленькая. Не маленькая. Она обратно? Да. А он? И у тебя? Мы что ли? А как так получилось? Нет, это не. Нет, у меня рыба тоже. Я думал, запуталась. Две рыбы? И у тебя? Тяни. Может быть, запуталась. Она зацепила. Тяни. Тяни. А, рука устала. Смените. Может тебе это? Вот, он у меня уже. Ого. Ух ты. Давай его сюда. Давай его. Здоровый-то какой. Это меня я тоже зацепил. Да. Так, а как-то ее, наверное, сейчас мы ее вытащим. Давай ее сюда. Ух ты, блядь, какая. Она там запуталась. Это. Я там вижу и свою эту самую наживку. Нифига себе. Ух, бля. О! Вот это щука. Вау. Вот это красавица, мамка, а? Скользкая. Блядь. Блядь, удочку ловил. Я тут запуталась во всех мирах. Давай ее обратно. Стоять. Подожди секунду. Ты хочешь ее стукнуть? Да. Подожди. Давай, мы не будем это показывать. Ой, все. Ай, ладно. Не знаю, все, но так, чтобы. Ну да. Меньше дергалось. Спрашиваете, зачем мы доску берем с собой на рыбалку? Я думаю, ты ее выпускать обратно не будешь. Нет. Нет. Это не. Вау. Ладно, теперь мне надо мою распутать.
Поэтому и это самое, рыбка не ходила. Она там, блин, туда и сюда все перепутала. Так, надо этот самый экстрактор найти. Блин, это... Такую щуку. Ну, расскажи, как ты ее тянул? Я ее вот так вот тянул. Она собрала все эти. Она собрала все снасти, запутала все. А поэтому и окуня не было, кстати. Поэтому и окуня не было, потому что они ее боялись. Хорошая мамка, слушай. Но она не потянет на это, да? Не знаю, 20, по-моему, 8. Не, ну, там метр надо. Там надо метр. Но все равно очень-очень-очень. Замечательно провели время. Даже с замечательным результатом. А вы ставьте лайки. Ставьте лайки. Комментируйте и подписывайтесь. Увидимся в следующем видео.